Боевики, которые сегодня ночью напали на пост ДПС в селе Хибда Шамильского района, ликвидированы. Бандиты украли машину местного жителя, после чего подъехали к посту, расположенному недалеко от села. Преступники открыли огонь по сотрудникам полиции. В ходе перестрелки нападавшие были убиты. Правоохранители не пострадали. На месте изъяты два автомата Калашникова, пистолет, а также большое количество боеприпасов, ручные гранаты, взрывчатка, радиостанция «Кенвуд». Личности боевиков уже установлены. Все они находились в федеральном розыске. По информации Национального антитеррористического комитета, мужчины причастны к серии убийств религиозных деятелей. Среди них известные богословы Сиражуддин Хурикский, убитый в 2011 году, и Шамиль Бадавиев, убит в сентябре этого года.